Хей, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac Attributes Plus. Так, в прошлой серии мы с вами сделали забег за Эйденом. А не, все-таки реролить можно. Давайте, короче, так его сыграем. Блин, я даже не знаю. Погнали, Зазазеля. А Грида я еще не играл, да, вам не показывал? Ладно, в следующей серии мы сходим с вами на Грида. Либо... на челлендж. Я думаю, либо Грид, либо челлендж. В принципе, там хорошие челленджи есть. Ну, как максимум один, если его еще получить. Можно будет на челлендж сходить. Находит секретные комнаты. Без бомб, автоматом, в принципе, хорошие, полезные очки. Что здесь? Малыш, который приманивает на себя мобов. В какой-то степени это и хорошо, и плохо. В частности, бывает плохо. Спавнит одну пилюлю, активный предмет. Волшебный шар. Открывает всю карту и дает нам сердечко. В принципе, предмет отличный. По полезности он даже очень хороший, но нам главное сейчас урон. И почему ходи ты в сраку? Чуть не испортила мне забег. Два раза на тебе взорвался и чуть... Да не, я хотел сказать, чуть не умер, но нет. Мертвый воробушек. При получении дамага воробушек атакует, но. Вначале он может быть и хороший. Ну, наносит так прилично урона. А в дальнейшем все херня. Обычный малыш, обычные слезы. Если был бы у меня бэйбик с летающими мухами, мы бы дальше продолжили бы проходить. А так будем сейчас реролить, как обычно, пока не найдем хорошую золотую комнату. Плюс увеличит 400 дамага. Плюс терзап. Терзап это хорошо. 400 дамага это, ну, под пули. Типа мы пуляем с арталезвия, но какой шанс? Плюс если брать то, что это с глаз пуляется, да? Единорожка. Бессмертие. Ну так, 50-50. Паучки опять. Дамага, в принципе, надо... Ох. Мы это еще не брали, да, кажется? При получении урона, короче, тролль бомбы появляется. Это такая херь, не советую никому брать. Даже если вы сами об себя ударитесь, все равно вам дамаг нанесется. И эти тролль бомбы начнут сыпаться повсюду. Вы взорвались на тролль бомбах. Окей, мы добавим еще несколько тролль-бомб, чтобы они снова вас ударили, и это был бы круг бесконечности. Глаз, он хорош для некоторых персонажей, но не для Зазели. Типа задержка, мы пуляем несколько сразу лучей. Что у нас здесь? О, здорово. Отличный предмет для игроков, ну не игроков, а персонажей со слезами. Пуляем слезы просто в стену, либо во врагов, слеза делится, плюс на 4 еще слезы. Магнитит пикапы. Фигня. То есть... Мозги Боба... Такой себе. Знаете, есть момент, когда она полезная. Типа врагов к себе подзываете около хорошего камня и взрываете с помощью Боба. Ну, врага, плюс взрывается камень. Ну, если враг вблизи вас, и вы взорвали, а Боб летел в этот момент, считайте, вы покойник. Минус целое сердце. Но он еще плюс при этом дает типа отравление, кажется. Ну, слабенькое отравление. Где хр... Ой, наконец-то. Букворм. Защита на 15 секунд. 10-15. Точно не помню. Ну, даю защиту. В принципе, если идти на
на Каша, либо на Делириума. В принципе, предмет зачетный. Ну, окей. Мы уже поняли, да? Тактику, механику. Тактика, механика. Два хороших камня уже сразу видно. Сейчас мы их и добудем. На обратном пути. Так, поехали. Довольно слабый босс. Ой, не... Отлично. Каблук. Есть шанс. Пипец здесь этих. Давайте так, взорву, может, еще секретку найду. Раз, сердце. Так, плюс ключик. Давай еще сердце. Ради... Давай, и туда будет сундук. Мне два сердца. Ну, как раз вместо того. Оно повезет? Дашь мне еще синенькое сердце? Тролль-бомба. Дала красное сердце. Блум. 9 дамага. Скорость. В принципе, это самый такой активно полезный предмет. Ну, что он дает, бывает урон. Там, как именно, когда мы его хорошо увеличиваем. В процентах только. Допустим, если предмет дает 5, он даст 38. Вот так. Знаете, как-то идет последовательность плохо. Ну, 9 дамага это... уже что-то с чем-то. Я бы хотел, знаете, не на дамаг, что, а контролирующую слизу. Вот эта тема такая жесткая. Такущая муха. Какие-то моменты может помочь. Когда именно вас ударят. Муха наносит где-то по урону, наверное, 20. Самый жесткий из персонажей здесь в игре это Лост. 0 сердец. Одно попадание в труп. Так, телепорт на старт. А давайте я вот так сделаю. Оп, 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 оп. Хотя это босс-комната. Нормально, сразимся тогда. Один готов. Второй готов. Да? В принципе, телепорт... А, подожди, это старт, да? To start. To start, это в золотую комнату у нас телепорт. Эй, слышь, я только что твоего собрата убивал. Так, скорость атаки. И плюс еще два сердца. Ничего полезного. Уходим. Одна шипастая комната без последствий. Но я могу, не используя ключ, просто зайти в магазин. Я думаю... Зайти в магазин на халяву. Это хорошая идея. Хотя. Ладно, все. Идем со старта. Тогда зайду сюда. А, ладно. Да. Тоже мне могли еще дать. Крутой предмет. Ничего не скажешь. Что там? Так, носик зачухался.
неизвестная пилюлька. О, I can see forever. Ever или forever? Не, подожди, forever это навсегда. Значит, ты чё херил? Странная атакующая муха. Странная атакующая муха. Странная атакующая муха. Пэйдмен. О, а почему? Почему их опять двое? Должен быть один летающий. Такая херь должна происходить здесь. Должен быть один маленький летающий, это типа создатели игры. Один маленький, один летающий. А вы делаете какую-то херь. Один, два, три. Три, четыре, пять, шесть. Нет, тактика не работает. Тактика галактика. Так, хорошо. У нас есть 6 ключей. Секретная комната. Да, херище сердец. Так, рюкзачок. Мешочек с полезностями. Готово. О, вот мне такая вот нравится комната, особенно когда ты летаешь. Да, посоздавай своих личинусов. Все, они не проблема. Пижамка. 4 сердца. Я фул. Меч Голиафа. Перу. Тролль-бомба. Плюс шапка. Почему бы и нет? Два айтема халявных, считайте, взял. Так, мне бы монеток. Желательно фул. Каждую комнату будем защищать и забирать мух. Красный один. Она красная. О, давай я потом за тобой приду, слушай. Маленький шанс того, что типа из него выпадет сердечко, но оно выпало. Давай, пойдем заберем. Главное, если выпадет адская сделка, чтобы у меня только этот был. Бримстоун. Мега. Мега Бримстоун. Чтобы я мог не жалеть о своих действиях. Так, пошли в шипастик. Ну, считай, ничего не потерял, не получил. Или все-таки получил? Ничего не получил. Как он меня зацепил? Так, вот это сейчас загадка. Как он меня зацепил? Часы времени. Телепортирует в комнату обратно. Блин, нужно было не тупануть, нужно было заюзать. Так, я ключ, считайте, потерял. Обидно. Ладно. ФФФ. Взрываем.
Беру. D6 сломатый, почему бы и нет? Мы сейчас зайдем, зареролим предмет, почему бы и нет? Руки крабиком. Отлично. Довольно отлично. Вот как он это сделал? Он пукнул, отогнал ту муху. И она меня надамажила. Черное сердце. В путь, в атаку. Пойдемте по низу. Мне что-то вообще ни хера не помогает. Текс. Минус. Минус. Библиотека на один ключ. Что-то новенькое. Так, подожди, а что он дает? Souls Heart. Souls Heart. Блин. Лучше мух создам себе. Да-да-да-да. Раздушная кокулька. О, поехали поедать. 48 hour energy. Invested. Тин. Раз мухи, два мухи. Муха раз, муха два. Тратиться нам нельзя. Плюс еще мухи. Оу, отлично. Защита от взрывов. Ну, которые взрывы идут на голову. Так, создаем больше мух. Создаем больше мух. Больше. 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 Так, мне бы сейчас уже желательно найти магазин. И позаполнять его. Желательно бы уже найти. Блин, блин. Блин. Ну, короче, когда будет мамка, увидите, я специально стану, чтобы она меня достала своей ногой. В середку встану, как раз она получит. Может быть, если у меня останутся мухи, от мух получит дамаг. Спасибо за ключ. Бэтрип. Феромонс. Так, я не помню, что это дает. Friends to the end. Friends to the end. А что оно дает? Ай, ладно, у нас одна только сторона доступна сейчас. Погнали искать чертов магазин. О, мы испуг даем. А испуг мы даем чем? Точно, я думаю, не мечом. Монетка. Монеткам всегда рады. Вниз.
Так, с оранжа. Вдвойне. Оставлю. Two of clubs. Two of clubs. Самый бесполезный предмет. Единственное его использование — это использовать просто как мост. Именно какашки. Можно мапы получить. Так, ладно, мне нужен чертов магазин. Я нашел этот чертов магазин. Карту возьми. Ну не, ну не, зачем мне скидка в последнем? Ок, это будем считать. А почему только по одному ключу? Та такая херь, она закрыта на два ключа. Хорошо, хорошо. Получаем дамаг. 12 на райскую комнату, 100% на адскую комнату. Вопрос. Так, The Moon. Погнали в секретную комнату. Сколько я шел? А много я шел. Мы вернулись обратно. Ладно, не беда. 14 минут всего лишь идет игра. Вернемся обратно, заберем нашу карту. Потушим костерки, заберем монеточки и найдем новый магазин, да? Великолепно. Великолепно. Так, красные сердца. Красные сердца. Я нашел магазин, но это не магазин. Это не магазин. Это библиотека. Зачем мне две руки? Прикольно. Ну что, пойдемте тогда сражаться. А мне череп было, че? Ладно. Нужно было в малого поврезаться. Несколько раз. О, видите? Череп сработал. То есть нога мне уже не страшна вообще. Я хотя бы могу впритык даже становиться, она мне ничего не сделает. Ай. Что дадут? Лаксу монетку. Тудюн. Тудюн. Отлично. Лакса монетка. Так, раш у меня есть? Да, раш у меня есть. Плюс там дерьмо. Ради дерьма я не собираюсь мучиться и тратить время свое. Пойдемте сразу направо. Охуе, я везунчик. Я прост. Ладно, I can see forever хотя бы. О, ништяк. Ты ждешь, пока я нажму, да? Почему ты была такой плохой? Baby box. Открыто. Только не помню, что она вообще дает, но... Не коробка, да, там? Ну, понятно, что там где-то рандомный питомец, кажется. А почему? Из-за того, что типа своего питомца вот это несколько раз вызвал. Так это буст. Считается. Не? А нет, я зато попал. Окей.
Класс. Изи. Феромон. The end. Больше летающих друзей. Так, кажется, что-то упало. Красное сердце, нахер нам не надо. Слышь, слышь! Почему они стреляли? Они же дамаг не получали. Так, тихо. Здесь нужно делать так. Оп. Оп. И попытайся понять. Блин, ну я не хочу на целый... Хотя... А давайте протестим. Я зайду. Так. Использую карту. Да, я дамаг не получил. Отлично. Значит, с этим можно работать. Что? Почему слезы косые такие у них? У нее должна была ровно быть слеза, я на это рассчитывал. Я под ровную слезу становился, а не под... Извините, мы изменим угол полета немного слезы. Надеюсь, вы не против. Так, злые камешки, камешки-какашечки. Больше камней, больше ненужных вещей. А ну давай, значит они неровно пуляют. I can see forever. А, да, forever все-таки. Все-таки я был прав насчет forever. Да, там без вариантов было. Ладно, посрать. Давай Trolls Bomb. The Tower. Ту-ту-ту-ту-ту. Красные вакуумки. Отлично. Три бомбы, черное сердце, плюс райская комнатка открылась. Holy shit! Плюс дамаг. Давайте черное сердце восстановим, я думаю. Оп, все. Плюс дэмэдж, 10 дэмэджа. Можно тащить, вытаскивать. Да, идти мне придется долго, нудно. Давайте тогда начнем с библиотеки. Я не понимаю, вот как они разделяются? То есть, они стоят на месте, но они как-то разделяются. Тихо, не пуляйся. Молодец. Не-не-не-не, не высирай, не высирай. Библиотека. Дабл кей.
А, телепортирует вас на старт. В принципе, можно. Почему бы и нет? Так, раз. Два. Infested. I can see. Puberty. Puberty. Так, это вратная комната. Давайте мы их две тебе дадим. Тебе ж не нравится эта комната, мы тебе дадим две. А почему бы? Изи. Телепортируемся, заходим сейчас в библиотеку. Забираем карту, которая у нас там была. Убийство ногой сделаем. Либо можно пойти сейчас в этот. Так, мухи, World. Ладно. Перомонс. Я лучше World возьму, если вдруг... Блин, да не пойдем. Пойдем или не пойдем? Типа, если откроется, пойдем мы смотреть бюджетную концовку. Я вам все равно ее потом покажу. О. I can see forever. Волшебный домик. А нам не надо. Охуеть. Самые дерьмовые враги, которые могли бы появиться. Потому что мы будем появляться тебе прямо впритык. Я не знаю, как вот это работает, что у меня было, что отбило. Все. The world. Нет у нас возможности пойти. Посмотрим тогда концовочку. Isaac! О, блядь. Такой апперкод, блядь. Да, как-то так. И игра становится все сложнее. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.